Здесь какая бетон? Вася, он вообще псих, брат. Как же красиво выглядит карбон, бэнк, но вот это мне не нравится от F15, понял? Но карбон, как виднеется, и бэнк. Это не это, которую разбили? Дрифт, шашки, гонки. В Москве, к сожалению, не позволяет погода всю зиму снимать. Торговые центры, жиги, я не думаю, что вам это интересно. Когнито 013, это человек, который... Но, как виднеются ковши белые, Вась. Просто unbelievable. Подожди, это нельзя ура машина? Впервые, когда я сейчас ставлю отрезок небольшой. Я посмотрел уже. Хорошо. Ой, вах, блядь, это Дагестан опять? Ну, надеюсь, опять же, что многие из вас смотрели это видео. Я думаю, что вы поняли сразу, о ком идет речь. И сегодня... Ты также исполнял вчера, никогда, блядь. Вчера моя машина была у Гио. Я вообще вчера дома был. Этот человек будет пилотировать BMW M5 F10. Ва. Вот она. Очень красивый цвет у нее. Ну и, конечно же, BMW M4. Поэтому меньше слов, больше дела. Сейчас парный дрифт, возможно, устроит. На его фары. Ва. Молодец. Как они на М5 ебашат? Ай, бля, пескострует, пиздец. Как он красиво делает. Ау, ебать, F90, ой, F10 заносе выглядит, пиздец. Вах. Вот этого человека, я думаю, тоже многие... Вах! Сапар? Рад с тобой познакомиться, Инна. Хорошита, с ним... Сапар как появился? Очередная добрая, слава богу, брат. Если бы еще собирались к нему хотя бы в дорогу, как... Тормоз газом ебашит, смотри, в моменте. По-любому волк, по-любому брат. Два поворота до Арбата. Да ебать, она идет у него, Вась. Акрапович, выхлоп сейчас. Аба, проверка. Ну я хуй знает. Она такая вкусная. Из-за нее с арбузами на клюв. Хорошо идет, блядь. В Москве есть много людей, которые гордятся. Блять, тем... как же красиво выглядит карбон, бэнк, но вот это мне не нравится от F15, понял? Но карбон, как виднеется, и бэнк очень красиво, очень красиво, очень. Что они на четвертой передаче... Нет, вру, они на третьей идут и считают, что на четвертой уже нельзя, не получается. И они гордятся тем, что они на третьей могут боком идти. Ты что этим людям скажешь так коротко? Я говорить ничего не буду, я буду показывать. Базара нет, базара нет. Вторая. Бля, ебать, он хорошо делает на перекладке, ушел. Ебать у него. Сколько раз я уже в Дагестан прилетал, но ни разу не видел, чтобы ездили красивее, чем этот человек. Ва! Блять, он вообще псих, Вась. Вот чисто на Каспийской трассе масло доливаешь. Это издержки. Все, поехали. Добавил масло. Вот она, MBH. Бля, ну Бастырев тоже сильно дает, брат. Блять. Охуеть. Хорошо. Бля, ебать, он ее держит, брат. Это центр? Хорошо. Хорош. Вася, у него третья, как идет? Вот это F10 трек. Это 26.
Вах, 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 вах. Да ну нахуй! Охуеть, хорош! Бля, здесь какая бетон, блядь. Вай-вай-вай, люди. Блядь, Вася, он вообще псих, брат. Да ебать, у них дороги еще такие, блядь, непонятные. В Дагестане тепло всегда, а по всей стране, в принципе, только начинается теплый сезон. Так. И это самое... Когда рекламы, кстати, не было, даже, брат? На канале, кстати, о, часы, формат что-то, часы. Что? Да, реально кому-то нравятся такие, вот это Луи, блядь, вот это нравится кому-то? Ну я хуй знает, лоры пьяны или что это, блядь? Dreams, блядь, я хуй знает, но я такое не носил. Бесплатно. Ну есть люди, которым нравится. Не скажи, это 55-й. Мерседес, 210-й кузов, E55, без магнитофона почему-то. Но машина классная. Бля, очень интересный очкарик. Потому что, во-первых, вспоминайте фильм «Бумер», там не AMG, конечно. Да, да, да. Такие классические дизельные варианты. Это вот уже конец 90-х, начало нулевых, когда мы ушли бандиты и начались летать. Бля, эта ешка очень классная. На каком-нибудь старом Мерседесе катаюсь. Так что, если вы хотите встретить очень много интересных автомобилей... Слышал о Крабкорише, да. Мерседесы. Еще раз три смотрел. Все, что угодно. Прилетайте в Махачкалу. Здесь все есть. На следующий, наверное, в 90 возьму. Вот он, блядь. 5,5. Вот он, V8 двигатель. Кстати, дворник еще по моде тех лет, он один. Вот так, щик-щик, бля, делает. Охуенный стекло. Дворник. Вот так, если вы фанаты старых мерседесов, ставьте лайки. Выхлоп стоковый, очень тихий. Блины, блядь, охуенные. Вот еще Цешка подъехала, 204-я, 6.3 AMG, до рестайлинг. Тоже офигенный объемный двигатель. Будет сейчас AMG. Паха. Здесь выхлоп... Бля, если ты мажорку Лос-Анджелес, так же будешь паузить. У тебя моторная в 10 встанет, я буду молиться на это, сука, ты за. Какая же ты, сука, ебаная, на что ты будешь молиться, тварь, блядь, чтобы у меня встал бы мотор, гнида? Ужас, блядь, ебать ты торсовик ебаный, слышишь? Прикинь, ти будет молиться, чтобы у меня мотор встал бы на F10, такая ты гнида, блядь. Хуй-то не стоит, хоть мотор встанет. Сон даст, я уверен. Бля, вот это место хочу увидеть, знаешь. Там как пацаны вечно ебашатся. Ау, ебать, она грязная, охуенная. Бля, ебать, она вся клеенная, Вась. Смотри, там внутри что творится, там ничего не видно даже. Просто бочка, Вась. Сейчас крутить будет, слушайте звук выхлопа. Блядь, ебать, выхлоп громкий, брат. Вот это я понимаю звук. 6,2 литра настоящие. МК-тую встретили. Ва! Это не это, которую разбили? Это не это, которую разбили? В дерево то, что въебался он. Не? Я не знаю, кто этот человек, но если ты смотришь, то передаю привет. Только в Дагестане вы можете задраконить кого-нибудь на дороге, и он как мужчина с вами будет ехать до Талова. Вах! Ошалеть. Как вы поняли, только что я заб... Вах, авария, Питю. Блядь, Питю, въебались. ДТП.
Ошалеть. Как вы поняли, только что я запечатлил момент ДТП. А подробности и последствия... Бля, а что там не будет, да? Ютуб не пропускает. Это Сашка как появилась? Посмотри, Пеже. Брат, скинь мне имгошкой. Сайлайт, да? Как он понервничал? Вах, блядь. А че, опять здесь больше не будет? А эта хуйня бывает 63-я цела? Незначительные нюансы, почему все-таки BMW. Здесь получается 4 режима. Индивидуал, комфорт, спорт и спорт плюс. Так. Я хочу настроить индивидуал, но чтобы у меня стаба была отключенная. Что мне дает машина сделать? Только спорт или включить. Теперь включаем индивидуал, она на спорте, и мне приходится вручную зажимать кнопку, и только потом она отключается. Все очень много действий. Машина 17-го года, почему так долго вот это... Экран работает, посмотри, поскольку он работает. Да, кстати, это баганная хуйня. Я не знаю, монитор 10 Гц поставили, 3 Гц, 4 Гц монитор стоит. В КС не поиграли. Бля, звук хороший. Далее. Ты, наверное, замечал, что все марсоводы ездят вот так. То есть, чтобы отображалась температура. Ну да. Потому что Мерседес греется, ужасно греется. Вот эта полноприводная машина, она не едет в отсечке. Давай скажем, что это за машина, это CLA 400? Далее, педаль газа. Здесь ты хоть на спорте, ты хоть на комфорте, она практически не отличается. На BMW, там, как мы знаем, M2 режим, все меняется, просто как будто это становится другая машина. Да, да, он прав. Да, боевой режим. Все. Подвеска, отклик педали газа. Даже она тормозит как-то по-другому. А здесь ты вот включаешь спорт, ты включаешь комфорт, у тебя педаль газа практически не меняется. Продай, даю, брат. Смотри, вот, кто не верит, я могу готов это доказать. Вот, мы остановились. Вот так. Педаль газа пол. Бля, выхлоп хороший. Вот это на видео потом слышно будет, как я ударил в пол. Ну да. И потом, когда машина поехала. Я понимаю, меня захейтят. Именно вот фанаты Мерседеса меня захейтят и захейтят все необоснованно. Слушай, я фанат Мерседеса. Да. Просто я понимаю, что эта машина для других целей. Многим людям эта машина нравится. Я вот смотрю на машину как? Чтобы педаль газа была резкая, чтобы выворот был, чтобы там рулилось хорошо. Есть же люди, которые смотрят с точки зрения комфорта, с точки зрения там красоты, например, интерьер, экстерьер. Как говорится, все-таки на вкус. Молодец. Даже разные. Мы на знаменитом проспекте Акушинского. Вот такие движения здесь. Это относительно широкая улица в Махачкале, где гоняют все из ряда в ряд, ну, шашки в простонародье. И это улица... А он покажет ее цела, как она выглядит, мне интересно. Здесь гоняют на приорах, на жигулях. Очень интересно, как она выглядит. Еще здесь установлено много лежачих полицейских. Если вы на приоре едете, вы их пролетаете. А если машина такая вот, как у нас, допустим, то приходится тормозить. Вон, брат, монитор, посмотри. Ну, для шашек, да, пал на привет? Ушел. Ебать, он с крузаком вцепился. Ебать, крузак ебашит, возьми на него. Да нихуя не видно. Ебать, крузак ебанутый тип. На него. Прикинь. Вась. Посмотри, тип уехал. Прикинь, как крузак уехал. Районы Махачкалы, они, кстати, на GTA чем-то похожи. Вот я про Акушинку говорил, что там как в GTA все двигаются. Здесь вы тоже двигаетесь, как в GTA, но только когда у вас 3 звезды, и вам нужно от ментов потеряться.